Есть или не есть? Не так давно прогремевшая на весь Ненецкий округ новость о том, что в печени и почках северного оленя обнаружены диоксины и тяжелые металлы, которые опасны для жизни и здоровья человека, вновь стала актуальной. В рамках мониторинга отечественной продукции в 2015 и 2016 годах управлением Россельхознадзора были отобраны пробы почек и печени оленя на исследование, по результатам которых в 344 случаях было выявлено превышение содержания ртути, кадмия и диоксинов. Но, как выяснилось, в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ненецком округе эта проблема не ограничивается только нашим округом. В каких уголках страны и даже планеты, так же как у нас, субпродукты из оленя на особом контроле, расскажет Елена Семеновичева. Финляндия, Гренландия, Северная Канада, Дания и Аляска. Как и наш округ, эти страны, принадлежащие арктической зоне, столкнулись с проблемой накопления диоксинов и тяжелых металлов в почках и печени оленя. Как выяснилось, основная причина – перенос токсикантов в воздух и накопление в организме животных и кормовой базе, которые они потребляют. По словам сотрудников Россельхознадзора, решение этой мировой проблемы на данный момент одно. Единственный выход по вот этой продукции, то есть прошла оленебойная кампания, да, сформировали, то есть объем субпродуктов, направлять их на исследования, общую пробу формировать, если превышение есть, соответствующую продукцию утилизировать. Теперь каждое хозяйство перед сбытом продукции будет проверять ее на наличие диоксина и солей тяжелых металлов. Такой анализ уже сделали некоторые СПК, и субпродукты вновь поступили на прилавки местных магазинов. В этом году ряд хозяйств проводили самостоятельные анализы, и уже этот субпродукт попал на прилавок, да, так как в прошлом году мы его запретили. Ну и вот, как докладывал у нас представитель межрегиональной управления по надзору в сфере санитарного и ветеринарного благополучия, это не является исключительной ситуацией для Ненецкого округа и даже для России. Да? То есть подобная ситуация, она характерна для всего, что называется, циркумполярного нашего мира. Да? То есть это касается и Финляндии, и Гренландии, и Северной Канады, и Аляски. Вместе с тем, опасность для жизни и здоровья, как и раньше, несут продукты животноводства, импортируемые в наш округ. Вместе с привозной курой и свининой могут приехать птичий и свиной грипп. Проверка безопасности и качества этих продуктов – задача отдела Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому округу. Нормативно-правовая база, которая существует, она предусматривает сопровождение каждой партии продукции животного происхождения ветеринарно-справных документов, да, что соответствующим образом, во-первых, ну, документ в первую очередь подтверждает эпизотическое благополучие, позволяет идентифицировать товар, да, ну и соответствует свидетельству о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. В перспективе должна быть налажена целая система отслеживания продуктов животноводства, которая позволит понять, где продукт произведен, переработан и расфасован. Как заверили сотрудники госинспекции, причин для волнения нет. Местных птицеводческих и животноводческих предприятий в округе не имеется, а все привозные продукты, будь то мясо или птица, не поступят на прилавок без необходимых сопроводительных ветеринарных документов. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».